Спонсор ООО «Вован». Оплачивает все закуски. Я родился. Настя работала на трассе, это факт. Эти со своей... Аджасом вторым парит. Вот. Я иду, эти петушки сзади меня. Мы уже в школе. Я как раз таки. Сейчас увидите, что я купила Андрею. Вот. Вот такой вот я ему фингер купил. Такая вот картинка. Он тоже снимает. Но пока что нет. Да? Да. Вот. Дарквул, подписывайтесь. Вот, сейчас он тренируется на нем катать. Мы ему в этом помогаем. Настя работала на трассе, это факт. Данил, повернись. Ты чё? Я уже выполнил задание, которое у нас, типа, ну, короче, тест. Вот, я его сейчас выполнил уже. Сейчас я просто сижу, снимаю. Но Руслан тоже снимает. Сейчас мы просто сидим и ничего не делаем. Дальше у нас будет литра и история. Короче, все. Ваня, как всегда, играет в телефон. Я родился. На каналы друзей будут в описании. И на мой тоже. Да. И на мой как там? Катин. Вот, все. Ссылка будет. Знаете, ссылка? Ну, Руслан, канал. Dark Wolf. Ссылка будет тоже в описании. Все ссылки в описании. Короче, зашли мы в такой небольшой магазинчик. Сейчас еще раз купим. Ой, это Руслан, Паша и Вова. Сейчас дождемся шаурмы и пойдем в Ашан. Вот так, купили шаурму. Небольшой такой. Все. Сейчас покушаем. Пойдем в Ашан. Короче, все еще идем.
ведь со своей... Аджасом вторым парит. Вот. Я иду, эти петушки сзади меня. Ты кого петушком тебя звал-то, а? Давиться не умеют. Чё ты там, а? Кто тут не умеет? Я умею, вихрь этот. Вот, и колечко. Я капец... В рекламу тебе. Я капец... Я уже очень сильно замерз. Короче, за шиворот меня кинули снежок. Мне сейчас очень холодно. Мне стыдно за них. Да шучу. А я вот сейчас думаю, а прикол меня мама запалит с Айджастом? Тебе будет пиздец. А вы смотрели фантастические твари, где они обитают? Вот я, да. И если даже посмотрели, то напишите в комменты, какой ваш, ну, любимый из этого фильма герой. Мне понравился сам Ньют Саламандер и Гриндевальд. Особенно в конце. Это вообще жестко было. Нежданчик такой. Ну все. Не буду больше спойлерить. Ребят, если вы смотрели влог моего друга, если что, остров Рики, то, наверное, это вы видели у него видео, где мы каскадеры, вроде бы влог называется. Оставлю ссылочку на этот влог в описании. То есть, когда-нибудь я тоже там выхожу и поснимаю. Сейчас мы уже зашли в Аша, сейчас пойдем в магазин. Пойдем и купим снова. Как раз таки у меня есть 300 рублей, Андрей дал. И он сказал, что его брату надо. Ну ладно. Вот, 300 рублей. Все, сейчас мы заходим снова в тот же магазин, где мы покупали разные финкерборды как раз. Иди сюда, пацаны. Или вот в этот. А, я вот блок Серёги обид покупал. Прикольно. Так а какой берем? Тут вот Бэйби даже есть. Да, ну... Я всех на фингеры подсадил. А я не умею. Всё. Можно, пожалуйста? Здравствуйте. Вот. Всё, спасибо. До свидания. Идем с вами. Все, купили? Короче, ребят, мы сейчас будем распределить. Сейчас мы пришли в Бургер Кинг, сейчас купим попить и гамбургер. Покушаем, потом пойдем по домам. Да. Спонсор ООО «Вован» оплачивает все закуски. Все, заказали. Сейчас подождем и будем сядем туда. Спасибо. Если вам известно, лёдика и бабку. Первый, кусай. Я после всех. Уже себя откусили? Да, все откусили, кроме меня. Фига себе, где это? Он живет, приклеенный. Сейчас покушаем. Блин, ты дебил! Чувак. Ага, да, там трубочка нужна. Дурака кусок. Короче, вот он вот, да, сделал мне вот эту вот шапку. Так, всё, короче, посидим, покушаем, отдохнем и пойдем. Всё, бог пробьём, давай не радуй. Да не, давай сам она. Сам она? Да. Вообще-то... Что? Это пенка, подождем. Давай теперь что-нибудь другое. Давай ещё пепси. Давай ещё что-нибудь другое. Давай пепси. Дебил, надо было отжать просто. Так она не отжималась, отжал. Ладно, все идем. Он отжал хрень, да? Нет, она вкусная, но... Вкусная, но хрень. Ну, такое. Да, слишком сладкая. Так, короче, сейчас это еще посидим, попьем. Да, еще два раза. Все, вышли мы из Бургер Кинга. Сейчас третий раз налили. В третий раз мы всякую ясь налили там. И чай, и миринду, и самонад, и пепси. Короче, все, что там есть. Фингер я уже положил себе в портфель. А то в руках его
холодно? Неси его. Вот. Сейчас еще больше, блин. Холодно. Стиль Бугага включен. Да. Ребята, мы нашли такую бутылку. Ладно, короче, она замерзшая, но мы ее кинем. Давай. Смотрите, со всей силы. А? Со всей силы. И ни хрена.